На 1 января этого года территория Актюбинской области составляет свыше 30 миллионов гектаров. Большую часть из них составляет площадь сельхозугодий – пашни, пастбища и сенокосы. Около 10 миллионов гектаров земель вовлечено в сельхозоборот. Сегодня в области насчитывается 173 475 собственников и землепользователей. Эти и другие данные были озвучены сегодня главой областного управления по контролю за использованием и охраной земель Абдуханом Мырзалиным, который отметил, что только в первом полугодии ведомством проведено 318 проверок на площади 312 тысяч гектаров. Без выявленных нарушений не обошлось. Первые полугодия текущего года проведены 318 проверок на площадью 312,9 тысяч гектаров. Из них проведено 180 контрольных проверок. В результате проверок выявлено 94 правонарушения на площадью 89,6 тысяч гектаров. Возбуждены административные дела в отношении 51 нарушителей. В отношении 17 правонарушителей наложены административные штрафы на общую сумму 2 миллиона 110 тысяч тенге. В отношении 34 землепользователей приняты административные меры в виде предупреждения. По результатам проверок государственную собственность возвращены в добровольном порядке 35 земельных участков сельхозназначения на площади около 40 тысяч гектаров. По землям коммерческого назначения с начала года в области проверено 53 субъектов землепользования, где выявлено 42 правонарушения. В большинстве своем неиспользование земель коммерческого назначения. Кроме того, отметил Абдухат Мырзалин, в области выявлены факты по самовольному захвату земель. По недопущению самовольного захвата земель управления в первые полугодия 2017 года выявлено 7 нарушений на площади 4 гектара. Сумма наложенного штрафа составляет 1 миллион 418 тысяч тенге. Здесь я хочу отметить основное нарушение, то есть самозахват земельного участка, выявленный на территории города Актюбе. То есть граждане при строительстве ИЖС переходит в красную зону, то есть охватывает территорию, предназначенную для пожарного прохода. И на тротуар. В целом, в первой половине года в отдел земельных отношений поступило около 500 материалов по незаконному захвату земель. И это только по городу Актюбе, отмечает чиновник. Асель Кинжалина, Алимжан Молдабеков, программа «Факт».